что вывозят тушенку какую-то. Не отвлекайтесь. Подивися, чим нас кормить. Да. Це нам, да? Отойди. А що ви загружаєте машину? Це не пусте. Це ми в 92-му. 92-му м'ясо купили. Так, то буде їде. Клас. Красота. Вот это потом, дай бог, отмоют, да, и нам дадут, да? Стружку. Стружку? Ну да, подметут, нормально будет. А вывозят, что, не знаете? Что-то грузили там, типа, тушенку вывозят, мясо завезли или нет? Или так кажется, на первый взгляд? Вывозят? Угу. Ну да. Да, да. 25-й батальон будет. А, все, понял. Артемов, да. А ну, мясо на... тоже есть? А? Мясо это тоже туда? Не, не, мясо нам, да, сюда, в столовку? Ну, да. Спасибо, мужики. Вкусно, наверное, будет. Теперь я понимаю, для чего врач стоит в столовой, вот там вот на... это если вдруг кого схватят, чтобы сразу откачать, да, наверное? Просто пиздец. Татон. Не, вот, вот это красота, блядь. Вот это да. Да есть, да. Да ну просто мясо. Там где-то там. Там, кстати, год еще есть, да, наверное? 80-го года мясо было. Я не знаю. 86-й? 86-й. Где? А где, подожди, где написано? 60-68. А, вот. 07-01-60. Ну там плохо видно. Давай другой месяц посмотрим. Вот, 68. Стой, стой, подожди. 10 января. 10-01-68. Потом вторая печать стоит. Корова. 10-01-00. Все, ладно, уходим. Давай. Пусть пили дальше. Да, 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 да. То не год, блядь. Понятно, что не год. Что-то мне в столовую ходить перехотелось. Да ну не, ну то сахар, то нормально. Оно черное. Ну, черное, что? Ну, оно ж мороженое перемороженное. Мороженое. Да, и фарш. Класс.